В 2003 году в Украине появился такой вид спорта, как практическая стрельба IPSC. Это самый динамический и увлекательный вид стрельбы в мире. В стрелковом клубе «Реалист» прошли такие соревнования, участниками которых были сотрудники спецслужб «Титан», «Антитеррор», «МВД», телохранители, а также лауреаты европейских турниров. Количество членов данной федерации постоянно увеличивается. Проводятся семинары стрелковые, на которых люди изучают правила безопасного обращения с оружием, азы, скажем так, обращения с оружием. Мы пропагандируем в первую очередь спорт. И в этом виде спорта обучают безопасному обращению с оружием. Я всегда отношусь к оружию как к заряженному. Я никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять. Перед выстрелом я всегда проверю, что находится за и перед мишенью. И палец мой коснется спускового крючка только тогда, когда оружие будет направлено в мишень. И только в мишень. Множество мишеней, двигающихся, штрафных, частично скрытых, препятствия, различные стрелковые стратегии – это все является частью стрельбы, которая заставляет стрелков развиваться, а для зрителей это увлекательное и захватывающее зрелище. Точность, скорость и мощность – вот главный приоритет в турнире. Идея о создании стрелкового клуба «Реалист» родилась 4 года назад. И здесь одно из направлений стрелкового клуба – это практическая стрельба. Предусмотрена еще и боевая стрельба, но это будет дальнейшее наше развитие нашего клуба. Где заниматься, тренироваться и совершенствовать навыки обращения с оружием очень мало. Нами планируется регулярное проведение соревнований, постоянные тренировки. Этому интересуются не только мужчины, но и женщины. В обществе растет интерес и к оружию, и к обращению с оружием. Мы только начали. Движение у нас будет постоянное, регулярное. На соревновании в двух категориях «Стандарт» и «Продакшн» стрелки разделили между собой призовые места. Ждем следующих побед и соревнований!